момент, когда у нас расторгался договор, у нас была смена руководства, ну, своей подменены, и кто занимался этим делом, не досмотрел. И вот в суматохе в эту, как бы, у нас получилась эта задолженность, и мы про нее не знали. На заседание межведомственной комиссии были приглашены 22 должника. Общая сумма их долга составляет 67,5 миллионов рублей. Самым крупным неплательщиком стало Федеральное государственное унитарное предприятие, Главное военно-строительное управление номер 12. Оно задолжало в бюджет 10,4 миллиона рублей. Члены президиума настоятельно рекомендовали всем неплательщикам рассчитаться с долгами в установленные сроки. Частично долги были погашены за время подготовки к заседанию. В период подготовки к заседанию нашей комиссии 4 должника уже урегулировали задолженность и оплатили на сумму 1 700 000 или 2,5%. Подводя итоги работы за минувший год, члены комиссии отметили, что общая сумма рассмотренной задолженности составила 2 миллиарда 158 миллионов рублей. По состоянию на конец 2020-го во все уровни бюджетов должники вернули 1 миллиард 108 миллионов рублей. Это составляет 50% от рассмотренной суммы. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».